Покупка билета для проезда в общественном транспорте. Сегодня для того, чтобы это сделать, достаточно одного – иметь смартфон с выходом в интернет. Система крайне проста. Нужно скачать приложение в Play Market либо App Store, пополнить электронный кошелек с карточки любого банка, зайти в общественный транспорт и отсканировать QR-код. Таким образом, приложение позволит в один клик оплатить проезд. По сути, это кошелек в телефоне. Ежедневно в городе работает 118 автобусов по 62 маршрутам. Ежедневно на линии выходит у нас 58 троллейбусов по 9 линиям маршрутов. Также работают у нас и маршрутные такси, экспресс-сообщения, которые ежедневно выходят 320 автомобилей по 18 маршрутам. Ежедневно мы перевозим 154 тысячи наших жителей, горожан и гостей нашего города Бреста. А в год мы перевозим более 56 миллионов пассажиров. Поэтому данная система достаточно интересна, и самое главное, что, опять же повторюсь, у наших горожан есть право выбора в оплате в общественном транспорте. Пока купить такой билет можно на двух городских автобусных маршрутах – номер 7 и номер 16. Электронный билет будет содержать всю необходимую информацию о поездке – номер транспортного средства и билета, дату и время его покупки, стоимость, а также остановочный пункт, до которого он действителен. Пассажир получает так называемый сразу комплекс, в принципе, в одном приложении. Здесь и система оплаты проезда, здесь можно будет увидеть и информацию о движении транспорта в тот или иной промежуток времени, через сколько придет транспорт на ту или иную остановку. Еще в плюсах системы здесь можно говорить и о пассажиропотоках, которые все-таки в режиме реального времени мы будем видеть и в дальнейшем оптимизировать маршрутную сеть. Здесь можно будет разбивать и по маршрутам, видеть объемы перевозок по данным направлениям. Электронные билеты, или, как еще их называют, смарт-билеты, не отменяют бумажные, но, безусловно, более удобны для пассажиров. Преимущества очевидны – удобство, быстрота, технологичность, а в нынешних обстоятельствах и личная безопасность пассажира. К слову, Брест – 9-й по счету город, где доступна система оплаты. Планируем подключить еще и коблинг. И поэтому Брестская область вырывается намного вперед. Четыре города крупных в Брестской области уже будут включены к этой системе в части общественного транспорта. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.